Всем привет, ребят. Мы сегодня будем смотреть игры, которые я наковырял в Стиме. Ну, это, блядь, реально мусор, короче. Просто я не знаю, насколько они все играбельны. Ну, это из самой черной червоточины в мире, там, я не знаю. Поэтому будем смотреть. Первое, что будем смотреть, это у нас симулятор тюрьмы. Запустил, вроде как это хотя бы хрень работает, и она на русском языке. Так что будем, как говорится, посмотреть. Давайте. Новая игра. Так, уровень сложности. Что? Серийный, простой, здоровье заключенных, силы НКП. Что такое НКП? Естественно, непонятно. Количество боеприпасов 200. Это, видимо, чтобы какие-то бунты, наверное, под это... Ну, давай так. Пойдет. На простом уровне просто, ну, Грег, обзор всякой дичи. Начало, креатор заключенных. Добро пожаловать в креатор заключенных. Здесь ты можешь выбрать внешний вид для своих первых осужденных. Справа ты найдешь опции для изменения имени, фамилии, голоса заключенных. Окей. Фамилия. Не знаю. Дыркин. Да. По-английски она не пишется. Только по-английски. Ладно. Пускай так будет. Чё за хрень? Давай. Заново. Послухай, Моха. Озвучил эту хрень вообще. Что за дела? Так, ладно. Тан-тан-тан. Подтвердить. О, какие усики у нее симпатичные. Реснички. Ну, прям голимый этот, как его, заключенный. Закончить. Давай. Следующий. Начало креатора банды. Ну, это, видимо, ты банду свою выбираешь. Ну, чё, не знаю, олени будут пускай. Вот прям олени, короче. Давай. Дальше. Это какой-то, блин, дичь. Выбирать себе банду, чтобы что, там, потом тусоваться с ними. Вступать в группировки, там, я не знаю, ну, ладно, посмотрим. Насколько это вообще вся хрень работает, это еще удивительно. В принципе, игра находится в раннем доступе, и разрабы пытаются ее потом, обещают ее потом, возможно, изменить, улучшить и так далее. Ну, это будет, наверное, лет через 5, пока выдается то, что есть. Слава богу, что бесплатно. Хотя, не знаю, может быть, уже и платно. Мы играем, собственно, за охранника. Я так понимаю, это раздевалка, я тут типа только устроился, либо на работу. Он что, какой-то... Латинос? Так, давай. Прибыл на службу. Расслабьтесь, зовите меня Ричард, мы на службе, но не так уж сильно придерживаемся звания. Как вы боитесь первого рабочего дня? Да нет, не особо. Нормально. Спасибо. Чего бояться, мы же в тюрьме. Отлично, бояться нечего, это спокойная работа. Кстати, в первый рабочий день у всех была встреча с начальником, у вас это тоже ждет. Вы знаете, где находится его офис? Да, да, конечно, я знаю. Так, идите, дедушка не любит ждать. Окей. Будет лучше, если я отведу тебя к нему. Так подожди, я же знаю. Ну ладно, логика тут отсутствует, походу. Так, кстати, вы присоединились к команде в нестабильный момент. И берегите себя и будьте внимательны к заключенным. Берегите себя и своих близких, короче. Не попадайте на зону. Между нами говоря, в тюрьме что-то происходит. Не знаю, что именно, но будьте осторожны. Ладно, хватит, пошли, давай, иди за мной. Хорошо, пошли. Какие у нее строчки на рубашке козырные. По-моему, такие были модны, когда я был в 5-м классе. Я могу стать офицером полиции. Да нет, не лжи, чувак. Ты будешь пожизненно работать каким-то углумком. Обычно надзирателем, пока вот этот чел не сдохнет. Поговорить. Новое. Что новое? Новичок, наверное. Как я рад вас видеть. Как вам здесь нравится? А где туалет? У вас есть чувство юмора. Вы найдете его. Вы уже взрослый парень. Да, спасибо, я найду тебе туалет самостоятельно. Окей. Продолжение. О чем я говорил? Как обстоят дела в тюрьме? Ну, прямо вот директор тюрьмы взял тебе и выложил... всю подноготную, как у нее дела обстоят. Блять, нет, так это не работает. Она очень хорошая. Честно говоря, у нас удачный удар. Высокие субсидии, заключенные спокойны и довольны. Вам не о чем беспокоиться. Что значит удачный удар? Вот это вот, непонятно.
чем необязанности. Вот, с этого надо было начинать. У вас будет много дел. Но давайте начнем с того, что вы делаете сегодня. Давайте я посмотрю документы. Сегодня у вас будет более длинная смена. Итак, утром прибыл новый заключенный. Позаботьтесь о нем. Проверьте все документы, отпечатки пальцев, удостоверения, данные. Все, что сможете. Если все в порядке, отпустите его в камеру. Далее подкараульте парней во дворе в блоке Б. Могут быть настоящие беспорядки, так что будьте осторожны. Я так понимаю, тут надо будет как-то подавлять бунт или типа того, но окей. После обеда приходит новая посылка от семьи заключенных. Проверьте их. Вы даже не знаете, что их жены могут произнести контрабанды. Но жены контрабанды могут все что угодно даже в пизде пронести, а заключенные потом в очко спрятать. Так что, ну тут на любителя. Не перебивайте меня. Наконец, отберите несколько заключенных для работы в мастерской и проследите, чтобы они не валяли дурака. Сейчас нам нужна каждая копейка, чтобы отремонтировать тюрьму и купить новое оборудование. Сделайте перерыв, выпейте кофе, позанимайтесь с ребятами в спортзале и поднимите что-нибудь. В смысле, поднимите что-нибудь? Тупо вес какой-то поднять? Или как это? Что за хрень? Я бы забыл. Ладно, но после обеда подойдите к ребятам в комнате охраны, они научат тебя некоторым хитростям, которые стоит знать на работе здесь. Ладно, вы можете уйти, у нас много лет. Охренеть, ну вот это настоящая задача. Просто попиздеть с начальником. Давай. Иди в комнату для обыска. О, мы сейчас как будто будем лазить в очко. Ты можешь купить еду, если она тебе нужна. Она продлевает твои хп-баллы. Зайди в автомат и выбери что-нибудь. Выберите нужный продукт. Выберите количество, подтверди к покупку. Чтобы иметь под рукой еду, перейдите по ссылке оборудования. Нет, спасибо, пока это, я думаю, не нужно. Да, я думаю, у меня и денег-то на это дело нету, потому что я только устроился. Ну, какой жирненький. Цыпа. Ладно. Комната для досмотра. Рутина. Прием новых заключенных. Чтобы начать принимать новых заключенных, зови ожидающего с помощью микрофона. А через дверь просто его не позвать, не кликнуть. Ну ладно. Проверь отпечатки пальцев нового заключенного. Имя, идентификационный номер. Если все в порядке, одобри документ. В противном случае отклони запрос и вызови охрану. Тут забыли пробел поставить. С помощью микрофона. Обыскай разрешенные личные вещи заключенного. Обыскай. Блять, может быть, обыщи? Ёпта. Локализаторы, конечно, по-моему, сами недавно из тюрьмы. Возьми список и перейди по всем пунктам. Не забудь обыскать и самого заключенного. О, это уже интересно. После поиска передай заключенным основное оборудование. Какое, блять, оборудование? В смысле? У заключенных какое-то должно быть оборудование? Стоп. Вызови охранника с помощью микрофона, чтобы направить нового заключенного на ночный блок. Хорошо, иди к столу, затем с помощью микрофона вызови нового заключенного. Позовем. Следующий. Так, снимай штанишки. Будем досматривать. Возьми документы заключенного. Взял. Сравни данные отпечатки пальцев, взятые полицией непосредственно перед отправкой в тюрьму. Ну, приблизительно они похожи. Окей. Кто их озвучивал вообще? Так, одобрен. Что это такое? Возьми список предметов, возьми одному предмету за раз, прицеливайся на него. Так, что это такое? Бамбук, шауэр гель. Ну, короче, гель для душа. Надо как-то его открыть или что? Да, открыть. Ага. И посмотреть, короче, что внутри. Слушай, он грязный. Такое ощущение, да, что его по полу катали, короче. А тут все вверх запаян вообще. Как он мыться будет, я не знаю. А-а-а. Тут еще вот вторая крышечка. Нижняя. Закуточек. Ну-ка. Может быть, там наркотики? Так. Вот. Это, подожди. Это тут все грязненько. Молодой человек у вас. Ладно. Это ему мыться. Так, Характер мягкий, ненавидит Эндрю Смит. Я забыл, как меня зовут, но не важно. Преступление, кража. Поговорить. Интересно, как там мамочка.
мамочка, это у них типа главный чувак на зоне? Или что? А, поиск. О, это уже пахнет жареным. Давай. Блять. Это поиск. Он че, блядь, экстрасенс на. Опа, наркота. Ах ты гнида сраная. Безопасность означает, что ты конфискуешь вещь от имени тюрьмы. Взять означает, что ты берешь вещь для себя. Оставляет вещь там, где она была найдена. Бла-бла-бла, короче. Наркота, статус нелегальный, взять, обезопасить. Эх, жизнь моя жестянка, ты гнида собирался у нас тут в этом как контрабанду наркоту провести. Ну давай, возьмем наркотик себе. Я достижение какое-то даже получал от этого. Ну, окей. Давай его еще экстрасенсорикой поюзаем. Как так его шмонает? Что за хрень вообще? Он должен типа его раздеть и фонариком ему в очко посветить. Кстати, тут какие-то подозрительные мистические, как Death Stranding, отпечатки рук. Так, вот это что такое взять? Очки. Это можно покрутить. Ладно, очки это легально. Все вроде. Что надо сделать-то, я не понимаю. Его надо наказать как-то, я думаю. Доброе утро, господин охранник. Ну и чё? Доброе утро, господин заключенный. Б, почему он так вежливо к нему относится? Что за хрень? Он только что у него наркоту, блядь, нашел, он должен его замочить, я не знаю, там просто, блин, ногу в карту посадить как минимум, просто тупо за контрабанду. А он говорит, хорошо, спасибо, ну что ты, дебил, ну. Никаких жалоб, хорошо, спасибо, ладно. Обыскай заключенного, блядь, обыскай, ну кто так говорит вообще? Мне нечего сказать, я понял. Еще раз, давай его посмотрим. Отдай заключенные вещи с полки. Вот с этой, наверное. Взять трубку. Это не трубка. Вот вроде трубка. Но это даже тут трубки никакой нет. Ладно, подарить. Я охуею с этой локализации. Вызови охранника с помощью микрофона. Давай, следующий. Я чувствую себя каким-то врачом, я не знаю. Сидишь как мудила. Даже не сидишь, а стоишь просто. Принимаешь всех по одному. Позови. А, позвони другому заключенному. Ну, это не совсем звонок, конечно. А проверь бумаги. Давай. Ну, тут нормально вроде. Окей. Все. Давай вот это. Одабриваем. Проверить вещи заключенного. Таблетки от лихорадки. Ну, тут тоже может быть контрабанда запросто. Вот что это за таблетки? Надо их, по идее, вообще по логике вещей взять их, высыпать как бы на стол и посмотреть, из чего они состоят вообще, ну мало ли. Может тут все это героином забито, я не знаю. Очень все пососно, конечно. Так в тюрьме не проверяют. Кто это делал, тот дебил. Давай экстрасенсорикой. Все. Поговорить, проверить вещи заключенного. А чё нано-то ещё? Альфора, ты кэро. Разрешённый предмет? Ну, значит, ему всё нормально. Доброе утро, господин охранник. Доброе утро, господин заключенный. Как проходит ваш день? Бля, кому какая разница, как проходит мой день? Альфора, ты кэро. Блять, вы задолбали, а? Каждого, что ли, по несколько раз юзать? Почему-то игра это дело не засчитывает. То есть настолько все через жопу сделано, что ты вроде по 20 раз должен юзать всякие колпачки и так далее. Ну что, вот я посмотрел, да. Это все нормально. Положить предмет. Давай жопу свою. Уйдите, я вежлив. Продолжай. Вы гордитесь мной? Да, конечно.
А тебе что тут, детский сад, чтобы мы с тобой гордились? Горжусь. Плюс уважуха, короче. Ну давай уважуху ему заработай. Круто, вы такой классный цирик. Какие цирики? Либо это тупое, тупая ошибка. Так. Взять, использовать. Взять трубку, принять. Все, давай ему уже что-нибудь дадим. Никаких жалоб. Что за наезды? Это мой бизнес. Долго сказать. Что? Знаешь, у меня много времени. Хорошее чувство юмора. Хорошего дня, сучка. Обыскай заключенного. Задание сменилось. Как-то странно это все работает. Вообще через жопу. Ну давай опять. Экстрасенсорика, он нас засвистел от удовольствия. Отдай заключенному вещи с полки. Ну, наконец-то. Все, валяй сюда нахрен, урод. Заберите эту гниду. Эти документы просто исчезли. Они испарились. Ебанулся. Свободное время, введение. Теперь твое свободное время, с его помощью можно играть в мини-игры, а главное выполнять побочные задания. Ну, охуеть, это, наверное, будет очень увлекательно. Когда ты замечаешь, что кто-то над головой имеет восклицательный знак, это означает, ну, понятно, побочки. Другие иконки, такие как кулаки, облака, связанные с задачей, которые ты должен выполнить, побить кого-то или поговорить, вы можете найти больше в самоучителе. Значок птицы над головой твоего персонажа. Ну, блять, это не птица, это галочка. Что за птица? Вы что, дебилы? Вот вообще, блин, короче, локализация тут просто полный пиздец. Что ты выполнил? Означает, что ты выполнил задание, которое тебе было дано. Ты можешь поговорить с директором о вознаграждении. То есть ты сотрудничаешь с заключенными, идешь, рассказываешь директору о своих подвигах, и он тебя поощряет. Что, блять, это так работает? Менты вообще не должны, типа, охранники не должны сотрудничать с подобным контингентом. Провери карту. Проверь карту. Чтобы увидеть, где расположены доступные мини-игры, значок и побочные задания. Да, все понятно. Можешь пропустить свободное время взаимодействия с одной из лавок. То есть, хочешь на лавочку упади, хочешь пострелять можно. Тут я не знаю, что это. Но... Че какая-то какая-то. Ладно, пойдем в качалку. Будем качаться. Недоступно в прологе. Так, то есть я двух человек всего обшмонал. Точнее, ну это досмотром не назвать, это я просто посмотрел, что у них с собой и все. Как бы, и теперь мы идем на территорию, где тусуются зэки. Вообще, по идее, по-моему, охранники, насколько я знаю, не должны, типа, с зэками заниматься на тренажерах и так далее. Ладно. В тренажерном зале можно развивать свою статистику. Спасибо, Кэп. С ним как-то можно тоже играть, да? Ладно. Ага. Нажимаешь к стрелочке, и у тебя растет этот... Ну, GTA Vice City, блядь. Вот оттуда это все взято. Ой, не Vice City, а San Andreas. Это надо медленнее делать, да? Тут весь трясется и так далее. Ну, давай ты не дотыкомка. Блин, слишком быстро жмешь, тоже не вариант. Ишь ты, как он пыжится, а? Ну давай. Все, и может быть я буду... Ну, локализация, конечно, перевод вообще авто уменьшит. Да, сделано. 4. Зачем я должен, блядь, этим заниматься? Просто чтобы занять геймплей. Бред севы кобылы, нахер. То есть, когда ты в GTA, допустим, San Andreas, ты этим занимался, ты хотя бы хоть как-то персонаж менялся и все такое, тут он вряд ли будет меняться. Почему
вообще охранник? Вот я даже вижу, у него жетон какой-то или мундир. А почему он вместе с заключенными качается? Это уже абсурдом пахнет. Ладно. Персонаж в Сан-Андреас хотя бы хоть как-то изменялся там и так далее. Тут этих изменений вряд ли заметишь. И не знаю пока, как это вообще отразится. На чем? Хотя 12. Статистика состояния была увеличена. Статистика состояния была увеличена плюс 20. Хорошо. Рутина. Тюремный двор. На дворе твоя... Воа. На дворе твоа. Главная задача — следить за подозрительными ситуациями и реагировать соответствующим образом. Предупреждением, прямым принуждением или дисциплинарным наказанием. Он как Питер Гриффин, кстати, валяется. Следить за ненадлежащим поведением и другим отклонением от нормы, такими как подкрадывание. В смысле, нужно следить, чтобы кто-то не подкрадывался кому-то. Типа, если ты идешь на подкрадульках, то это запрещено. Что, блядь? Окей. Драки, подозрительные беседы, уничтожение имущества или мочеиспускание. Ну, окей. Короче, смотри, чтобы не ссали и не дрались. Если там относительно тихо, можно немного расслабиться, ну и напердеть, короче. Но тогда есть риск, что что-то пропустишь. Ага. Обрати внимание на время. Для положительного завершения рутины необходимо разрешить заключенным находиться на открытом воздухе в течение установленного минимального периода времени. Однако, если позволить им остаться дольше, то положительно скажется на твоем проценте уважения. Ну, то есть, если ты не козел и будешь позволять им гулять, то они тебя будут уважать. Иди домой, сука. Иди домой, сука. Пошел. Че они там, глаз набили? Я плюю на тебя, хуесос. Тут я смотрю реплики, кто-то прописал. Бля, главное, в описании они сделали... Тихо. Во дворе наблюдай за драками. Главное, они, короче, прописали им подобные реплики с матами. Это они не забыли. А то, что ошибки в некоторых текстовых, просто даже в обучении, это не хуй палашки. Когда заключенные ведут себя вопреки правилам дисциплинированного. Например, кто начал драку или напал на вас. Но сначала нужно успокоить его дубинкой электрошокера. Надо достаточно простого разговора. Но в большинстве случаев нет. Выбери рацию. По умолчанию подойди к агрессору. Используй рацию и выбери одного из доступных наказаний. Заключенный получит штрафной маркер над головой. Этот персонаж не может быть повернут никакому другому наказанию в тот день. Если ты выбрал наказание в виде одиночного заключения, то в конце рутины поговори с наказанным заключенным и отведи его в отмеченную одиночную камеру, а затем запри дверь. Ну это понятно, сейчас объяснили, как карцером пользоваться. Фаба! А тут, кстати, дубиночка есть. Лаки, счетчик какой-то, пистолет, эссовый газ. Ага, то есть потом тебе по мере игры, прокачки, тебе типа будет доступно оружие. Бля, ну и рожевое. Оружие, дубинка. Твой основной инструмент прямого принуждения. Ты не можешь убить его, но можешь обезвредить проблемного заключенного. Ну как раз какой-то бежит на меня, не знаю, вроде агрессивный. Для выполнения атаки нажми на назначенную клавишу атаки. Спасибо, Кэп. Для проведения сильной атаки удерживай клавишу. Хорошо. Ты можешь также защитить себя от ударов. Правая кнопка. Ты чё, блядь, попиздиться со мной решил? Ты чё, гнида сраная? Добра, Джук. Лайкосичек подлетел. Здорово. Спасибо за лайкос. Ну-ка, иди отсюда, пидор грязный. Давай, мы будем тебя унижать, короче. Соблюдай порядок. По жопе ему ещё. Ой, ебать. У него можно что-то испортилось. Чё во всех? Блять, он, короче, походу никогда не сдохнет. События, пожар. При возникновении пожара необходимо реагировать быстро. Ой, бля, найдите ближайший огнетушитель, возьми его. Так, некогда мне с тобой драться. Тут ещё тоже пиздилка. Вы чё, блять, охуели все? Вот огнетушитель. Взять трубку почему-то написано.
Слушай, как может вообще бетон загореться? Вы что, двинутые нахрен? Что за чушь? Ладно, физика тут на уровне. А как-то можно выбросить его. Положить можно. Хорошо. Вообще, по идее, огнетушители всегда были одноразовыми. Но тут им немножко попользовался, и можно убрать. Но... Так. Это как-то так работает. Типа им гулять осталось 19 секунд. Тюремная охрана, заключенные. Давай, кому пизды навалять? Чё клоуны нас? Давай, блядь. Кто мы? Задача выполнена. После того, как ты выполнил все запланированные действия или непредвиденные обстоятельства, отправить в комнату для инструктажа. То есть надо к директору сходить, походу. Наверное. Ладно, будем смотреть. А типа то, что там они продолжили гулять, это ни хрена. Их как бы не надо, разве их стоило загонять или типа того. Иди в зал совещания, поговори с охранником. Типа с наставником своим или что? Жирненький. Я могу стать офицером полиции. Ну, у них реплики, кстати, одинаковые. Так. Ебать, тут карта большая. Ну да, я понял, короче. Примерно я запутался уже. Стоять. Silent Hill, по-моему, карты, блядь, были меньше. Ну окей. Примерно вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Да. Не, ну в принципе нормально, тут можно ориентироваться. Поговорить. А можно? Я с ним не хочу разговаривать. Он какой-то этот на трусанюха похож. Рубашки у них, конечно, со строчками такими. С лампасами практически. Давай, говори. Уже? Мы закончили на сегодня? Да, на сегодня все. Нет, дай мне минутку. Да, на сегодня все. Левел ап. Деньги. Плюс 100 баксов. Неплохо, но могло бы быть и лучше. Уважение охранников, уважение заключенных 0. Риск мятежа минус 1%. А до этого было 80, ни хрена себе. Ну давай дальше. Ну и чем они дальше удивят? По идее, ну тут какие-то должны же быть прописаны внештатные ситуации или типа того. Ну, бунт, допустим, подавить, пожар там, ну, что еще тут может быть? А, в принципе, все. Что еще может быть в тюрьме? Что за тюрьма тут скучно? Слишком мало энергии. А, то есть ты, короче, в определенный момент тоже бегать долго не можешь. Опа. У них тут, короче, местная столовка, они тут питаются. Здесь ты и твои коллеги можете отдохнуть от напряженной работы. То есть, когда ты качаешься, ты не отдыхаешь. Я не понимаю. Ограничить вокруг на доступные развлечения, такие как игральные карты или дартс. Почему они постоянно хотят меня чем-то занять, я не знаю. Какие-то вот именно мини-игры. То есть, у тебя, по идее, в этой тюрьме делать нехрен. И ты пытаешься вот покачаться, ну, допустим, там, нажимая две клавиши, Darks покидать. Это просто растягивание времени. Потому что, ну, на самом деле, как бы, я так понимаю, то, что разрабы ничего умнее не могли придумать. Привет, Ричард сказал мне, что мне нужно с вами поговорить. О, правда? Тогда это значит, что вы готовы научиться у нас некоторым трюкам. Как они работают? Вы учите чему-то большему, чем избиение заключенных. Ну да. Да, он учит в очко лазить, наверное. Я бы поостерегся с такими шутками, особенно в присутствии заключенных. Спасибо, Кэп.
Это не что иное, как навыки, которые помогут вам выжить здесь. Что, кстати, должно быть очень полезно. Заключенные нервничают, старайтесь решать конфликты сначала разговором. У меня есть дубинка, почему бы его не отмудохать, если он летит на меня и пытается меня отпиздить? Я как бы стоял вообще вот на прошлый день, я стоял во дворе, и он пытался меня отхуячить. Он сам ко мне подбежал. Че мне, блядь, стоять, смотреть и ждать разговора? Вы же не думали, что я расскажу вам наши секреты бесплатно? Ты чё, пидор, охуел? Что это за очки навыков и как их получить? Вы получаете очки навыков, когда вы достигнете уровня, можете купить навык, то есть... Хочешь сделать длиннее геймплей, заебень систему крафта и прокачку. Вот и все. Вы готовы получить свой первый навык. Сколько он стоит? Я думаю, минчик подойдет. Первый навык можно приобрести за счет заведения. Он будет стоить вам всего одно очко. Очко — это ключевое слово в названии, которого очко навыка, которое у вас уже должно быть хотя бы одно. Ну да, как минимум у меня одно очко уже есть. Потому что вы новичок и должны начать немного больше понимать. Мы начнем с самого начала. Посмотрите на себя. Я не могу это сделать. У меня тут даже зеркала нету. Действующие и пассивные. Давай так. Обыск и запугивание. Пункт первый. Обыск заключенных и предметов камеры на 25% быстрее. Да, конечно, берем. Это все очень-очень важно. Пассивные. Увеличить твой максимальный жизненный балл. А я предыдущий еще не купил? Да нет, вроде купил. Кстати, ветка навыков вообще просто там 4 что ли навыка или 5, ну ладно. Понял, теперь нам будет легче справляться с этим, раздраженными заключенными. Итак, вы поняли? Да я понял, что ты мне пытаешься что-то продать. То есть это местный барыга какой-то. Да, я понял. Хорошо, помните, вы всегда можете поговорить со мной, чтобы узнать, есть ли что-то новое для вас. И еще одно. В последнее время в нашей тюрьме происходят довольно интересные события. Какие, блять? Люди выходят на улицу и качаются там, или что? Пожар, блять, случился. Какие интересные события могут там быть? Я говорю не только о трудных заключенных. Если вы когда-нибудь случайно услышите или увидите что, что вам не следовало, то есть, если кто-то кого-то будет дрючить душевой, нужно незаметно отойти и типа я ничего не видел. Ну тогда решайте сами, только помните, план. А врагов между высокопоставленными людьми иметь нежелательно, поверьте. Ну, в любом случае, удачи. Идите в комнату для обысков. То есть мне опять кого-то, да, надо же будет шмонать. Да, опять делать то же самое, блять. Во время этой рутины необходимо посмотреть содержимое посылок. Подойдите к полке, возьмите посылку. Ну хотя бы сейчас не надо будет кого-то осматривать. Что? Положить. Экстрасенсорика тут не работает. Возьми одну из упаковок с полки, непроверенной, и положи ее на стол. Понятно. Вот этот, да? Открой упаковку, открыв крышку коробки. Выберите выбранный элемент, поверните мышью, откройте пакет. Ну, короче, осмотреть всю эту хуйню надо. На предмет. Блять, они даже вот эту тупорылую механику прописали открытие коробок. По очереди, каждую штучку надо. Подними нужный товар. Когда все объекты обысканы, закрой крышку, нажав левую кнопку мыши. Хорошо. Берем. То есть геймплей заключается в том, чтобы просто рыться в продуктах и бить людей. Да. Консервы, кстати. Что это? Это фотография, кстати. Это... А тут, типа, она не была открыта. Ну, точно. А здесь я... Кстати, фотография меняется, когда ты открываешь эту хуйню. Все, мы ее закрытую будем. Вот, открытую кину просто, пускай портится. Ну, кстати, консервы, тем более в алюминиевой банке, на зону нельзя. Только в пакетах, и все должно быть вытащено. Так, это что? Это у нас какой-то дезик, да?
Да, дезодорант. Ну, ладно. Это что, milk chocolate? Там шоколад. И все. Бля, вы бред, а? Чем я занимаюсь? Toothpaste. То есть, короче, чтобы им по брендам их не предъявили, хотя это очень похоже на блендомер. А они просто... Это зубная паста. Чей колпачок надо снять? А как это? А может быть там какой-нибудь героин в тюбике? Или шлюха спрятана? Да. Тут какой-то вот досмотр посредственный вообще. А что это такое? Может быть там в каждой конфетке герыч? Или полбанки забитая наркотой какой-нибудь? Или да чем угодно. Шлюхами. Телефонами маленькими. А, ладно. Все. Как это закрыть? Только не говорите, что... Так. Подними нужный товар. Используй таблицу всех посылок. То есть мне каждую коробочку надо посмотреть. Это симулятор просматривания вещей, блин, и тюрьмы. Ну и что, да. Как там? О! Контрабанда, нахуй. Сейчас мы кого-то будем дрючить. Это такое. Какой-то этот. Так. Возьмем наркота. Я уже второй раз беру наркоту, кстати. Наркотики сейчас такие дорогие. Так, а тут что? Папироса. То есть, как это работает? Банка, когда открывается, у тебя сигарета недокуренная вылезает или что? Трава. То есть, она должна лежать, по идее, горизонтально, а не торчать вертикально. Что за чушь вообще? Ладно, возьмем и траву с собой. Что? Шампунь какой-то. Ну, тут чувак уже себе как бы намотал еще, наверное, на 20 лет, наверное. Милка. White chocolate. Ига, может там что-то сзади прикреплено. Все. То есть ты находишь наркоту, и ничего заключенному за это нет. За контрабанду ему ничего не это, ну, не приписывают. То есть они проработали то, что в каждом предмете можно что-то найти, а то, что чувак за это что-то получит, это не проработали. Это нормально, это мы делаем. Опа, вот, пожалуйста. Шприцик. Ну кто ж так прячет? Это пиздец. Так. Как-то так, да, это работает. Шприц, нелегальный, статус. $63, кстати, стоит это удовольствие. Я хоть беру и вот эти вообще предметы туда, все, забрал. То есть ты просто изымаешь наркотики, чтобы с ними ничего не сделать. Вот еще трава. Берем. Получается, это все буду в карманах с собой таскать, потом чтобы что, чтобы продавать это дело, я не понимаю. Почему? Вот еще шмали немножко. Тут я говорю то, что каждый уже себе на пожизненное, блядь, намотал. А то может быть и какой-нибудь электрический стул. Так, ну по идее, там такая, да, так, тут с этим все норм. Вот это вот еще не смотрел. У меня наркотиков сейчас как грязи, наверное, в карманах. Надеюсь, меня не задержат. Я буду честным милиционером. Так. Использую таблицу для поиска всех посылок. Отметь коробки галочками, поставленные на второй полке. Взять трубку. И все. Дэвольфо от bmd.gg. Добрый вечер. Привет, Вольфуд. Нажать открыть крылья картона, взять пакет.
взять трубку, почему-то тут отмечается, но никак это даже не отметит, ничего. То есть наркоту я всю позабирал, а как это отметить, хрен его знает. Отметь галочками коробки, поставленные на второй полке. Давай вот. Она на третью закидывает. Может сюда надо? Нет. А, вот так. Да. Даже если ты присаживаешься, она у тебя автоматически улетает на верхнюю полку. Становится в ряд. Я так понимаю... Блядь, давай еще раз. Взять, открыть. Это долбанутый геймплей вообще. Используй таблицу для поиска всех посылок. Так, первое, я открыл. Запрещенку достал. Все что-то предметы обратно в коробку положить, поставить на полку. Ну, блядь, я выполнил все по инструкции. Что надо-то от меня? Какие-то долбоёбы. А, подожди, check it и uncheck it. Вот, да-да-да-да-да. Я следую тщательно проверить все посылки. Да, точно. Контрабанду я уже все вытащил. Спасибо. Все, я типа проверил. Ну и чё, почитайте, ты мне нужен. В чем проблема? Конец связи. В чем проблема? Конец связи. Хоть один ответственный человек в этой дыре. Какой-то придурок потерял ключи от тюрьмы. Не одну пару. Прогуляйтесь, найдите это дерьмо как можно скорее. Пока его не нашел какой-нибудь заключенный. Не расслабляйтесь, у нас мало времени. Ага. Три как-то, три точки. Куда мог он посеять свои ключи? Я, видимо, должен насмотреть все это дело. И чё? Они где-то тут вообще? Нет, вот здесь. Слушай, красивые табуреточки можно делать. Правда, они для гигантов какие-то. Ладно. Не будем доебываться. Ищи ключи, камеры, блок, мастерская, столовая. Так, ну здесь я был, допустим. Я должен просто в округе это все делать, сигареты собрать. Будем честными ментами, даже сиги будем изымать, чтобы кто-нибудь лишний раз не покурил. Ну все, я тут был. Что за хрень, где их искать, эти ключи? Вот этот чувак, он... Что ты хочешь от меня? Поиск. А чё он теперь руки не вытаскивает? Надо что-то сообщить начальнику? Нет. Ты ключи пизданул, урод. Причём он сначала пилить закончил, а потом звук прекратился. А, вот он ключи. Где отсюда? Я могу проходить сквозь людей. Экстрасенсорика. Ключи. Выбираю. Одни есть, короче говоря. Камера блок Б, либо столовая. Ну, пойдем в столовку. Надо вообще сначала выбраться отсюда. Так, идем тогда по указателям. О, отсюда можно выйти. 26-49. Ну давай сюда пойдем. Слишком мало энергии. Короче, он, как мент, довольно-таки невыносливый. Он просто быстро выдыхается. Так, сюда нельзя. А тут у нас что? Дверь. Может, на указателях что-то? Прямо направо. Медицинский кабинет. Души. Может быть, душевая, а не души. Ну, блядь, эти локализаторы, это вообще трэш какой-то. Гардеробная, комната охраны. Нет, мне не сюда явно. Поисковая комната, но это жополазная комната. Тюремный двор. По-моему, с тюремного двора мы никуда попасть не можем. Ни в столовку, ни хрена. Поисковая. Столовая.
Ага. Вот она, харчевня ваша. Так, ну где этот пидор? Ключи обронил. А, вот он. Ну, пиздец. Я потерял, говорит, ключи. Зеки сидят, жрут невидимую еду. И рядом лежат ключи, никто ничего не трогает. Что, блядь? Вы серьезно? Чуваки, чё жрём? Святым духом питаемся. Они опять кого-то убили. Нет, парень из камеры почти убежал посреди ночи. Пиздец. И эти тоже, короче. По-моему, в тюрьме запрещено ходить по пояс голым, если я не ошибаюсь. Потому что его могут реально отдрючить. Ну, возможно, он, кстати, пидорас. А, черт, я знал, что вы все испортите. Мне пришлось просить других мальчиков помочь вам. От этих ключей не осталось и следа. Пошел в жопу, я две штуки собрал. Я здесь новичок. В следующий раз выбирайте кого-нибудь поопытнее. Либо нахуй. Ну, давай начальника нахуй пошли. По-моему, это оптимальный выход. Начальник наверняка об этом узнает, пиздюк. То есть маты они написали без ошибок. Так, ладно, ключи я не успел собрать, но и хер с ним. Две штуки я собрал и пойдет. Да. Свободное время. Опять начинаются мини-игры, да? Ой, какой бред вообще. Ну, я не хочу опять качаться, это очень скучно. Тут симулятор скукоты, наверное. Пока вот ничего прям прикольного я тут не заметил. Доступно. А что это такое? Мониторинг. Это типа ждите лет через 5, наверное. Тогда вот мы там вам покажем, что можно тут еще и мониторить все это дело. Да, хотя бы постреляем. Да-да-да. Нихуя. Что это как? Очистка оружия является одним побочным действием. Ну, да-да-да. Почисти автомат Калашникова. В американской тюрьме автомат Калашникова. Охренеть. Они еще и его очистят. Чудо чудное, диво дивное. Разобрать. Во-первых, надо поставить такого, снять предохранителя. Потом вынуть рожок, по-моему. Потом уже отстегивать приклад и все остальное. Дебилы. Еще надо, по-моему, затвор. А, да, сначала затвор, нахуй. Осталось два элемента. А что надо еще? А теперь их назад вернуть или что? Разложи. Придержать и двигать. Ага. О, как это коряво тут все сделано, а. Ебанул. В зеркалке, короче, ты двигаешься, это дело. Может быть, здесь что-то отстегнуть можно? Нет, тут даже не видно это все. Да. Что делать-то с ним надо? Пилос установить. Нет. Он вернулся в исходное положение почти. Ага, вот это дело. Это, подожди, а эта пипка не горела. Да. По-моему, автомат Калашникова на большее количество запчастей разбирается. Тут почему-то всего три. И, блядь, сам автомат. Я думаю, разрабам надо как минимум нужно было учить устройство и принцип работы, раз уж вы впихаете автомат. Ладно, пизду. Ты должен использовать спрей, салфетку. Да, ну и мини-игры. Тряхнуть спрей. О! Охуенная механика. Слухай, это мне напоминает мобильные игры. Вот это вот все дело. Он перегревается спрей, типа того. Надо по чуть-чуть брызгать. Как и доколе я должен это все дело брызгать. Давай здесь еще пошикаем.
постоянно мне вот такой привкус того, что я занимаюсь хуйней. Ну, что это такое? Ладно. Использую салфетка. Ёбаный пиздец вообще. Он, кстати, даже пятна не оттирается. Он как был ржавый, так и оставался. Да что, блядь, с Афганистана прислали, я не знаю. Салфет, надо еще использовать салфетку, да вы серьезно? Вот, теперь в жуху, и он, короче, очистился сам по себе, произвольно. Охуеть. А, ладно. Причем, такое ощущение, что вот тряпка, это как фотография, короче. Автомат, это другая фотография. И ты вот прям просто произвольно ему, по ним водишь, бля. Должен использовать щетка. Я должен использовать щетка. О, мы сейчас будем пердолить ствол. Нажимай соответствующую кнопку. Ну. Ага. Что они мне? А, С, Д, В. Я когда-нибудь стрелять уже начну, нет? Пиздец. Дабл. А, В, С, Д, Д. Все, почистил. Наконец. Элемент полностью чистый. Все. Теперь собираем его. Мне теперь еще другие запчасти надо почистить. Блять, а можно от этого отказаться вообще? Да. Достаточно было просто одно, наверное, что-то выполнить из этого. И все. Задание бы засчитали. Пиздец, какой-то хуйней заставляет заниматься, просто чтобы, ну, просто чтобы ты был чем-то занят. Так, что, дрочим тут, молодой человек? А тут будет в камере Ганнибал Лектор? Рис там. Я помню, там, когда овцы, о, писать ходил, а руки кто будет мыть? Или он не хочет их облицовывать, или? Иди сюда, азиат, у меня есть дубинка. Чё ты, пиздиться будем? Бля, я думал, он сейчас жопу свою будет показывать. Я думаю, все смотрели фильм «Зелёная миля». Там камер было, конечно, поменьше, но пол довольно-таки тоже зеленый. Может быть, я буду делать много что? Вещей? Бля, я не успел прочитать. Но морда у него достаточно противная. Он, кстати, орал, а почему-то написано «свист». Ладно. Так, а ты чем? О, какие им в штаны, да? Сидит, блядь, в штаны срет. Ну ты дебил. Это пиздец. А стирать кто будет? Либо он просто убивает время. Сначала он берет, садится на сортир, срет в штаны, и потом их стирает вот в этой раковине. Он еще и матерится. В смысле, ты насрал в штаны и матюгаешься? А теперь он сыт. Кстати, мимо унитаза сыт, падла. Ах ты, сука. Ну-ка. Где моя дубинка? Я хочу наказать эту сволочь. Дубиночка. Ты, пидорас. Ты хули, блядь, весь сортир обоссал. Сделай что-нибудь. Ты что, идиот? Хули за нос держишься? У него даже сигарета не сломалась. Ты хули сыр, блядь, мимо унитаза. И еще в обосранных штанах лег. Вот дебил. Так, тут вообще камеры пустые. Здесь все в порядке. А ты поебрище хочешь, гандон? На нахуй. Че, проблема? Коллега, блядь. Все, да? Пустые, больше нету. Короче, два азиата и какой-то мужик. Со страшной мордой сидит. А, еще там один спал вначале. Иди в камеру. Тут уже народу побольше. Рутина. Вечерняя проверка посещаемости. Эта рутина немного отличается от утренней. Слава богу, блядь, мне не надо второй раз в день коробки открывать.
Теперь тебе нужно удостовериться, что все заключенные вернулись в свои камеры. Они должны стоять в очереди перед ними в тот момент, когда ты появляешься. Как Пава, короче. Въебываться в коридор, короче. Они такие по стойке смирно. Когда кто-то не стоит перед камерой, просто гуляет, нужно поставить его на место. Лучший способ — это сделать ему замечание. У меня есть дубинка, нахуй замечание я ему делал. Чтобы посчитать заключенных, нажми Y. И выбери кликер. А что там? Я просто так не могу, что ли, посчитать? Надо именно счетную вот эту залупу доставать. Перейдите к каждому из заключенных и нажмите левую кнопку мыши, чтобы посчитать их. Не забудьте запереть камеры, как только все войдут. Так. Мука, пидоры рассосались. Че, в ебличе захотел? Усатый. Ебать, кто ему морду делал? Причем у него ресницы, как у телки, а усики, как у Гитлера. Отличное сочетание, я считаю. Так. Где-то тут счетное коротковолновое радио. Вот он, счетчик. Так, Валера, настало твое время. Раз. Два. Тут закрыто. Три. Короче, пока ты этим говном не щелкнешь, он в камеру не уходит. Так, один отсутствует. Ты чё, пидорас? Тебе зубы выбить, что ли? Хули ты смотришь? Съебал. А? Жирненький. Ты сегодня у нас будешь сучкой. Кстати, тут статуи у всех пишутся еще. Тут, короче, NPC еще до конца не рассосались, но я думал, усатый вот здесь живет. Че, усатый, будем пиздеть-то? Блять, ну и морда у меня полная жопа. Охуевший. Ну давай, давай. Сейчас мы их разъебем. Сейчас все пизды получат. Закрывай их в камере, нахуй. Гандоны. Будете теперь втроем там пидриться. Хотя один исчез. А нет. А он сразу ссать пошел. Получил по почкам и сразу ссать пошел. Че, пидоры? Будем здесь тусить, на гандоны. Давай считать дальше. Съебал. Ебать, у нее татуировки. И ебло все перекосило. Полный идиот. Так. Еще, ну вот как раз тут теперь двоих не хватает. Ебал. Ебал, борода. Так. Я думаю, надо его закрыть, чтобы они не бегали туда-сюда. Они же могут, по идее, выскочить из камеры и как-то на меня нападать. Что у меня там нарисовано? Телочка. Вайфи. Он, короче, дрочит на русалок. Я понял. Ну и чё мы, бля, долго будем ходить туда-сюда? Сука, его даже не толкнул. Ты сквозь них просто проходишь и все. Ладно, запрём пока те, кто спокойно сидит, а то они заебали. Блять, как мыши все разбежались. В смысле, я ж тут закрывал. Разве нет? Так, вот этого нам закрыть. А этого куда повели? На смертную казнь, что ли? Так, усатый. Ты чё тупишь, бледина? Вас всех трахнет собака. Бля, ты умный вообще. Короче, надо этих клоунов выпускать. Ну чё теперь, будем слушаться? Всё. Этого закрываем. Вот один встал возле камеры. Все, съебал. Закрываем. Тын-тын-тын. Трое, короче, еще ходят. Я буду сейчас, наверное, пиздить. Хотя попробуем поговорить. Но с усатом я говорить не буду. Он говорил то, что меня будет трахать собака. Ну, я думаю, то, что это его будет трахать собака. Так, ты долго будешь ходить? Возвращайтесь в камеру. Зачем? Я все равно скорее покину.
Может быть, ты, блядь, покинешь свое бренное тело скоро? Перестаньте отнекиваться. Следующая рутина во дворе будет через несколько дней. Послушай, Ноха. Что? Я собираюсь надавать вам задницу. Чего вы такие, блядь, агрессивные-то все, а нахуй? Чё, сука? Будешь, блядь, выебываться? По жопе тебе ещё. И по горбу, нахуй. Бегом, гнида. Послушай, Ноха. Толстый, ты понял, что с тобой будет? Он сейчас, блядь, на пизделях будет туда идти. Пошел, сука. Че там, ты лучше следи за своей задницей, он сказал. А угарно можно и глаза посмотреть. Прямо изнутри. Так, счетчик. Все, ебал. И закрываю. Буйный, блядь. Так, толстый. Ты понимаешь, да, о чем разговор? Мы сначала с тобой, конечно, поговорим. И так, блядь. Ебло мне вышел. Ваше свободное время закончилось. Идите в свои камеры. Я никуда не пойду. У меня есть работа. Какая работа? Ты придурок? Ты ходишь просто. Я не хочу этого слышать. Идите в свою камеру. У меня есть работа. Вы понимаете? Нет, блядь, я не понимаю. Пошел в камеру. Ты меня достал, тюремщик. Я тебя сейчас выпарю. Какой наивный жердяй, а? Недолго он, сопротивлялся. Камон, ёпта. Пидорасин. Иди, вставай. Блядь, жалко их пинать нельзя. Я бы еще подпнул эту гниду. Кстати, у него, по-моему, татуировка. Глаза какого-то. Ладно. Всё? Тук-тук, ёпта. Пизды получил, не уёбывайся. Так, вот он наш, милашка остался. Он у нас живет вот в этой камере, получается. Давай-ка мы кроваточку посмотрим. О, в перчаточках даже. Все, он просто потрогал его кровать, это поиск контрабанды. Бля, ну матрасы, конечно, у них пиздец, как будто там кого-то убили. Сортир. Потрогал какашку? Да по-любому потрогал. Какашку усатого, это, конечно, полный зашквар. Надо его загонять. По-моему, он уебывается. Милаха. Ты лучше следи за своей задницей. А ты, блядь, лучше за своей следи. Гандон. Падают, конечно, они полный пиздец вообще. В камеру пошел, усатый. Он не слишком медленно шел. Кстати, можно заглянуть им в черепную коробку. Смотри-ка, владыка и господин говнюк идет. Фу. Давай-ка ему в голову заглянем. Вот как-то так это делается. Нет. Уебище. Кто ему морду делал? Это пиздец. 2021 год. По-моему, я такие фигуры видел где-то, блядь, в 10-х или в 7-м году, наверное, даже, по-моему, лучше делали. Ладно, давай загоняем эту падлу. Ебал. 16 заключенных у нас. И сразу на парашу сел. Понял, где твое место, сука? Рычаг для блокировки камер находится в помещении слева от входа в камерный блок. Сейчас найдем. А что так далеко? По идее, заглушка для камер должна быть где-то вот здесь хотя бы. Разве нет? Ладно, тушим свет, девочки. In case I ride to the lock coming. Понятно. Вроде взрослые люди, они что-то пишут, охранники у себя на стенках прям, да? Жесть, иди в зал совещаний и поговори с охранником. То есть, всех загнал, теперь надо хорошенько об этом попиздеть. Бесит. Ты хули куришь, блядь? В блоке, на. Это мой блок, сука. Это... О, драка. Провоцировал на драку. Моя дубинка круче, чем твоя кунг-фу. А сигарета так и осталась.
Вот ты дурак, а. Вот ничему тебя жизнь не учит, а? Здесь все в порядке. Ты будешь унижен. Блять, жалко, его нельзя в камеру закрыть. Ну, теперь снова победил мою кунг-фу. У меня даже пистолет выпал. Молодой человек, у вас пистолет упал. Ладно, пошли дальше. Кстати, у меня тут под глазами краска. Я, наверное, обиделся на него всем. Что это, ну, постоянно тут ходит, а? Тебе что надо? Он, кстати, трется, походу, возле автоматов, да? Ты хочешь кушать постоянно, да? Сука. Иди домой, блядь. Дальше. Нам куда-то сюда. Да? Почти. Зал совещания. Да, следующий день закончен, 100 баксов в кармане. Дальше. Готов к отсчету за день. Ну да. Да, на сегодня все. Уровень 2. Что добавилось? $33, кстати. За прошлый день я сотку заработал. Видимо, что-то случилось. Уважение охранников плюс 2. Хотя я тут одного отмудохал как следует, но уважение охранников плюс 2. Уважение заключенных минус 7%. Риск мятежа тоже минус 7%. Было же 80. А, было 79. Сейчас опять минус 7%. Идите в жопу. Кто-то считает эту хуйню, я вообще не понимаю. Как это работает, как у них проценты эти насчитываются. Эй, молодой охранник, вы здесь? Да, блять, я здесь. Явился на службу. Да, вам не надо объяснить, что происходит. У нас бунт, вся тюрьма разрушена этими ублюдками. Повсюду драки и пожары. Прилетел один на службе, а тут какой пиздец. Я знаю, что вы неопытный, но вы должны хорошо разбираться в этой ситуации. Что именно нужно делать? Во-первых, вызвать помощь. Нам нужно больше людей. Без них мы не можем взять бунт под контроль. Ну, осмотритесь и отправляйтесь во двор. Попробуйте заставить этих идиотов сдаться без боя. Как насчет оружия? Вы ожидаете, что я сделаю это голыми руками? Просто объясните, оружие находится в шкафчике в комнате, где вы сейчас находитесь. Это еще не в шкафчику, в комнате охраны блока Б. После торгового автомата внутри комнаты с пакетом. Хорошо, что дальше? Мне предстоит найти ключи, которые были украдены или потеряны охранниками, а затем захватить другие комнаты, которые находятся под контролем заключенных. Простите, семья, но у вас не хватает персонала. Наши ребята помогут вам. Помните, вы неуязвимы в этих коридорах, есть смерть. Если вы потеряете сознание один из два раза, ничего страшного. Скорее всего, это пройдет, пытаетесь не убиться. Пробуйте потушить перед дверью. А где оружие? Прям какой-то врачок пошел. Музычка. Так, берем ствол, короче, и на подавление сразу же. Мы будем... Ну чё, пидорас? Минус один. Так, подожди, я еще не потушил. Да, куда я урон получил? Пистолет. 7 патронов, кстати, у меня осталось. Короче, шутан под какой-то тяжеляк идет. Ну чё, пидорас? Будем рулить. Это покойник кто-то. На свидание. Один там по дороге просто умер. Открытие замков. Очистите замок с помощью спрея. Бля, это, конечно, полный пиздец. Не, ну музычка прикольная ломает.
занимать определенную точку. Ну, прям этот какой. А где-то здесь, наверное, оружие какое-то должно валяться. Это такое? Алло, нам нужна помощь, все, я один. Везде пожарный хаос. Получить тюремный двор. Наверное, не получить, а как-то его освободить, захватить. Кто-то в этом роде. Бля, там, наверное, народу будет дохуя. Угу. Давай. Так, стой. Вот так. Ну а патрон он холодный, короче. Интересно, через решетку можно этих уродов стрелять? Давай, кто следующий? Бунтуем. Он мирно стоял, но ничего, он должен уметь. Катит с палками в туалет. На свидание. Все. Библиотеку, я так понимаю, они наши, да, местные спалили. Давай, кто там? Охранников может замочить. Хоть я урон возле огня хороший получаю. Ищи ключи. Подожди, мы еще все не потушили. Собрал. Теперь столовку надо ебать. Не, ну хотя бы изменился геймплей, то что тут что там появился. Разнообразие. Интересно, как часто это происходит. О, такие сутуры я играл еще в 2003 где-то году. Call of Duty и так далее. Примерно часть вторая. Нет, здесь закрыто. Тюремный двор, нет. Откуда тут взялся-то? Гандон. Тут все. Это столовую надо найти. Поисковая комната, не то. Столовая. О! Зачем мне эта механика, блин, я не понимаю. Что за... Даман 72. Привет, Лайк. Привет, спасибо за лайков. А зачем охраннику ломать замки?
У него же, по идее, должны быть ключи от всех дверей. Так, стоять. Я оружие не убрал. О, будем убивать азиата. До свидания. Что-то в столовке у вас пустенько как-то. Вам так не кажется? О, опять на привычном месте ключи. Разрабы даже не удосужились просто прописать, где у тебя ключи будут находиться. Ладно. Получить мастерская. Давай получим мастерскую. О, какой татуированный чувачок. Не, ну реально в тюрьме будет распонять, я думаю, некого. Этот прилично уже народу положил. Я думаю, надо посмотреть, может быть, где-то патроны валяются. Рассосались. Да. И все. Получено достижение. Окей. Все, да? Иди в зал совещаний и поговори с охранником. Возьмем дубиночку на всякий случай. Так, как отсюда опять выйти-то? Довольно-таки запутано тут. Так, ориентируемся опять вот. Да, пиздец. Кто трупы-то убирать будет, молодой человек? Просто взял всю тюрьму, переструлял. Нет, зал совещания где-то. Что тут? Не, ну хорошо то, что хоть как-то таблички есть, можно ориентироваться по ним хотя бы так. Вот это вот, конечно, хорошечно. Не, я, по-моему, неверно иду. Или верно. Комната охраны. Где-то гардеробная. Зал совещания. Вот. Все расхуячено. Убираться будем, чё? Сверхурочно остался нам. Вы справились, ребята, и штурмовая группа уже в пути. То есть штурмовую группу вызвали, а бунт уже подавлен. Причем мной одним. Вызовем для вас транспорт и закончим день, если вы хотите еще немного обыскать тюрьму. Нет, спасибо, это херня какая-то. Я хочу остаться еще немного. Я устал, давайте уже закончим день. $100 мне за это дали, пиздец. Я тут под пулями ходил, бился с заключенными. $100, чувак. Да. Ну, такое себе. 3 дня спустя. Ага, то есть убрали трупы. Вы не говорите, что сейчас все по-новому будет? Говорит сохранник. Эй, новичок, как дела? Несколько дней назад у нас возникла неплохая ситуация. Я рад, что все закончилось. Как вы держитесь? Довольно плохо мне. Я не удивлен. Должен сказать, что вы хорошо справились. Должно быть, если вы поговорите с директором, он даст вам пару выходных через год. Ни хрена себе. Ты подавил жалобунт, тебе 2 выходных, но только через год где-нибудь. Ну, так только, наверное, в России должно быть. Вы ведь только начали здесь работать. Знаете, как это бывает? Ах да, чуть не забыл про директора. Он хочет тебя видеть. Он хочет... А, что он хочет от меня? Я не знаю, вы уже должны знать о своих обязанностях. Да иди ты в жопу, да, сейчас я пойду к директору. Все. Пошли к директору. Директор, пошел ты в жопу, директор. Кстати, у меня пистолет забрали. Зашибись. То есть я могу рассчитывать. Давай денег, сука. Вы шутите? Ладно. Чувство юмора — это важно. Все-таки приятно, что вы здесь. Но раз уж мы говорили о финансах, мы достаточно пострадали после последнего мятежа. Эта кучка говняков опустошила многие помещения, особенно комнату наблюдения. Они выбили дверь и разрушили все. Хотя сегодня я слышал, что нескольких наших камер все еще работают. Было бы неплохо, если бы вы прогулялись туда и сами все увидели. Бла-бла-бла. Что другими частями тюрьмы? Идите в комнату видеонаблюдения. Будем подсматривать. Ями. Заебись, еще и свет вырубили.
Какая-то проблемная тюрьма, мне кажется. У нас отключение, электричества нет. Мне нужно поговорить, но сколько новых вещей может это значить. Бунт опять то же самое. Угу. Короче, понятно. На этом закончилась наша демо-версия симулятора тюрьмы. По сути, это симулятор осмотра объектов, открытия всяких замочных скважин, немного, ну, шутан, ну, блядь, это шутан 2000-х годов примерно. Вообще это довольно так криво, блин, с такими рожами люди не ходят, как бы. Ну, единственное, что вот музычка бодрящая во время перестрелки была. А так ты просто занимаешься какой-то херней постоянно. Мини-игры. Чистишь какие-то предметы, ковыряешься в коробках. Бред вообще, короче говоря, не стоит за это платить, я так считаю. Я хочу отсюда выйти. До свидания. Дальше будем смотреть файтинг. Файтинг сенаторов. Оно называется кандидатов. То есть... Так. Это файтинг, короче, где будут биться депутаты между собой. Дичь, наверное, несусветная. Ну, прикольно, да. Окей. Так, Versus, второй момент. Так, давайте потише чуть-чуть сделать надо. Музыка! Музыка, потише музыка! Вот так вот. Волтар. Это, я так понимаю, она где-то на испанском, что ли? Можно онлайн, кстати, биться, но мне кажется, это демоверсия, так что, наверное, не получится. Либо просто подключиться ко мне никто не сможет, потому что, ну, это пиздец. Кто в эту хуйню будет вообще играть? Мода история. Угу. Ой, какие звуки, блядь, противные. Ну кто ж так делает? Придется возвращаться. Так, я где-то вот тут, да, по-моему, убирал звук. Вот противные звуки вообще надо убрать. Турнтеймент, я так понимаю, да? Ага, это на двоих, короче. Давай, будем историю проходить. Великую. Бля, ну и рожи, конечно, это полный ахтунг вообще. Красная рубашка, либо... Ну давай, в пиджачке. Ну, видимо, это какая-то охуительная предыстория. Будем сейчас надирать в жопу женщине. Дилмандиока. Какой-то дилдотелки, короче. Пиздец. Ёбаный по голове. На нахуй. А чё он, кстати, не перемещается? Я только ей могу давать по щам, стоя на месте. Там бурики. Фаталити будет? Хотя она мне сейчас наваляет, походу. Почему я не могу перемещаться? Обычно в файтингах ты вот как-то можешь двигаться по площадке. Сука драная, иди сюда. Ах ты, гнида. Заебись. Она мне нокаут уебала. Меня женщина отпиздила. Женщина-сенатор на каблуках жирная. Дала мне по жопе. Охуеть. Кстати, тут какой-то X-Ray есть или что-то такое. Да, это X-Ray. Да, управление, конечно, полная жопа. Он не поворачивается почему-то. Но, видимо, игру так видит. Игра видит так геймпад, либо что-то в этом роде. Да. Нам локи и так далее, это все не работает. То есть, если только ты повернулся, то ты будешь принимать по щам. Охуеть, какой кривой файтинг. Я просто в файтинге, я не могу повернуться к персонажам. Право, влево, нет, это не про это. Контейнер какой-то. Ладно, давай еще раз.
Тут вторая залупа. О, теперь он вращается. Я могу поворачиваться, ни хрена себе. Но ходить я не могу по-прежнему. Только прыжки, по-моему. Бойся чувака, который бьет тебя одним ударом. Ага, подловил вас тут. И опять женщина бьет. Ой, как это криво все, пиздец. Главное, она может перемещаться по площадке прыжками и так далее. Я прыгать, ну, как бы могу, но она меня тут же ловит. Я в блоке, сука. Ну, примерно понятно, как это все говно работает. Как обычно в этих файтингах. Слушай, даже знаешь, чем-то, блядь, на Тейкен похоже вообще. Прямо вот первый какой-то. Сука. На нахуй. Кей-йоу. О, какая-то кривая хуйня. Господи Иисусе. Если я не ошибаюсь, это говно, по-моему, рублей 15, что ли, или 30 в стиме стоит. Ах, она меня поймала на X-Ray или что-то такое. Пошла нахуй. Хуй ты меня выиграешь. Я второй раз стелки не про... Ты серьезно? Как она меня выиграла? Чё за хрень? У нее была пустая полоска жизни, но она подходит, мне делает один удар, и я подыхаю. Давай еще раз. Это пиздец, конечно. Тут все очень через жопу работает. Кто делал такую игру, надо просто, блядь, руки оторвать. Сейчас я и так вроде напинаю, короче. Причем тут какие-то даже комбинации можно делать. Я не знаю, как это работает. Но файтинг вообще непредсказуемый. Иди сюда. О, подожди, я могу перемещаться? Ни хрена. Спустя три матча мне разрешили двигаться по площадке. Это очень круто. Просто замечательно. Тамбуриха. Ай, она меня поймала. Это X-Ray тут делает, то что она, блядь, супер удары какие-то мочек. Старая шлюха. Будем забивать ее одним ударом, раз я нормально не могу перемещаться по площадке, будем хитрить. Болсонарио Винкс. Я поднял свои тугл. Тугл показывает, что у меня теперь 1%. Хорошо. А у нее на 8%. Следующий. Че он сказал? Блять, ну и розы у них. Причем игра в 2021 году вышла. С такой анимацией. Можно бы было тут за Горбачева драться. Было бы прикольно. Или за Ленина. О, нихуя, фаерболы. Это, конечно, уникальная хуйня. Да, этот поносник довольно-таки шустрый. Я, кстати, так и не посмотрел, могу я перемещаться? Нет, я теперь только могу присаживаться.
А, прыжками я могу от него валить. Иди сюда, говно. Фаерболы пошли твои нахуй. Я не знаю, с какой скорости надо жать на кнопки, но все равно, короче, он тебя быстрее. Ну, как-то странно, но я его победил. Это пиздец вообще. Вот это файтинг охуенный. Так, ну блоки тут я, тут блоков нету, по-моему. Что тут говорить, если ты даже персонажем управлять не можешь? Он просто прыжками как-то может перемещаться и все. И то не всегда, кстати. Потому что тебя сразу же этот гандон ловит на прыжке. Давай, суперудар. Нихуя. Он меня... То есть, его, мой суперудар его никак не задел, зато он меня вынес с подачи. Как это работает, я хуй знаю. Ай, блядь. Руки бы оторвайте, тот, кто делает такие файтинги, вот честно. А, задумка прикольная, но, блядь. Как это все сделано, это полная жопа. Почему? Он перестал бить вообще. Главное, вот этот урод, он может перемещаться, как ему вздумается, но у меня я ограничен в действиях. Иногда персонаж у меня перестает бить, перестает двигаться, бьет, стоит только на месте. Этот может и фаерболами хуярить, и все чем угодно. Да, естественно, он меня пиздит. Да. Если ты, короче, запустил игру, у тебя меню паузы не работает. Это вот этот блок получается у меня. А как я могу блок ставить? Вот никак. Ни управления нету, нихуя. Делай, что хочешь. Ну ты будешь получать пизды. Прошло пару подач. Вот я к нему подойти могу только прыжками. Но чаще всего он меня поймает на этих прыжках. Тайбер работает тоже через жопу. Ай, бля. Деротта. Деротта. Это бразильский, короче. Это бразильский файтинг. Ебанулся. Так, вот настройки. Давай хотя бы. Так. Вот. Very easy. Давай на easy попробуем хотя бы. Потому что тут и так довольно-таки все через жопу. Просто наваляем хотя бы на изи. Снова бабки. Снова бабку отпиздим. Ёбаный пиздец. А вот я опять не могу перемещаться персонажем. Я только в прыжке могу им двигаться. Остальное время он стоит на месте. Но, в принципе, какие-то комбо получают. Да. К ней подойти я не могу, только прыжком. Бабка улетела. Ёбаная жопа, а. Вообще пиздец, как это все говно работает, я не представляю. Но вот когда он делает серию комбо, это все вот как-то на трекинг похоже. Угу. Я не могу как-то супер удар использовать.
Я не знаю, как он включается, как он работает. Блять, он даже на изи меня, по-моему, пизды даст. Нет? Блоки, блять, как делать, я не знаю. Я уже все нажимал, как бы, приличные, привычные кнопки, которые используются в файтингах во время блока. Ну, я и хотя бы челюсть свернул. А блок не работает. Суперудар работает, но через раз. Когда это только удобная игра. И на предъявы. Эх. Да, тут полная жопа. Это говно стоит 15 рублей в стиме. И слава богу, что... надеюсь, то, что никто больше в него играть не будет. Эти пидоры умоются. Просто такое, блять, я не знаю. В стиме продавать это вообще полный зашквар, как бы. Я так понимаю, я должен со всеми сенаторами попиздиться. Задумка на самом деле прикольная, то что президенты, там, дипломаты ебашатся между собой. Ну, блять, как это сделано, это вообще. Что-то я, наверное, делал в зала два дня, наверное, игру. И вот потом выбросил в стиму в надежде, что кто-то, может быть, и купит. Но нашелся я. Та-дам. Угу. То есть его суперудары проходят, мои нет. Вот хреново, что я двигаться не могу. По крайней мере, как-то у меня один раз получилось, но это теперь не работает. То есть он может прыгать, подходить ко мне, делать все что угодно, но я нет. Блять, он заебал. Просто по нему удары не проходят, и все. До свидули. Давайте следующего сенатора. Тут даже на изи сложно играть. И на предъявы. Но если миллион закачек, то можно в стиме обогатиться. Я не знаю, сколько там нас ее скачали. Не посмотрел. Ну, я думаю, надеюсь на то, что хотя бы не больше 1000. Потому что эту хуйню, блядь, никому не должно. Ну, как бы, никто не должен. О, нихуя, я даже двигаться теперь персонажа могу. Ёбнуться. Это, блядь, охуенная удача. И до конца вот так вот. Блять. Кстати, я так довольно-таки мало ему сношу. Но если он начнет мне какие-то комбо ебашить, он снесет у меня больше. А теперь у него полотка. У меня она как-то двигалась до середины очень медленно, а потом хуяк и вся пропала. Как это работает? Хуй знает вообще. Ай, блядь, такая хуета. Ну, музычка неплохая, я скажу. Но все остальное полный трэш вообще. Так, вот у него четверть здоровья, надо посмотреть, как он. Кинопредира. Пришел с работы с крайне дневной, думаю, как дальше жить. Так-так. Скоро на работу опять. А так и живешь. От работы до дома. Так, их получается еще последний остался. Будет история пройдена, что ли? А он уже лежит. Он бухой валялся, что ли, на ковровой красной дорожке? Ебанулся. Он еще и в шортиках. Кинопредира. Да, жесть. Блять, я не могу двигать опять персонажа. Он стоит просто на месте. Только я могу прыжками к нему подойти. О, у меня даже вроде как блок сработал. Хотя я вообще ничего не нажимал. Эти блоки работают рандомно тут. Свидули. Wow.
Короче, надо не давать им вставать, нормально. Да, мы файтинг. До свидания. По-моему, это все. Кинопредиры. Mortal Kombat на минималках. Все. Я теперь бразильский президент. Кстати, тут больше этим, как вам, больше похоже на Tekken по геймплею, как-то визуально, как будто вот именно с Tekken'а связали. Все, я больше не хочу играть в это говно. Ёбаный пиздец. Дальше смотрим. Следующая игрушка у нас симулятор... Этого, блять, как симулятор осьминога. Start game. Тут можно даже геймпадом управлять. Зачем это надо? Зачем такие игры делать, я не понимаю. Чтобы что? Вот ты приходишь такой. Кинопредир. Заебанный сосед. Ну да, Tekken 3, моя юность, кайф. Ну да, мы тоже лобали в Tekken 3. Ты приходишь с работы такой заебанный, а поиграй я в симулятор осьминога. И ты просто садишься за комп, который стоит, ну, десятки тысяч рублей, чтобы вот заниматься этой хуйней. Это пиздец вообще. Просто чтобы вот, вот так вот кататься по комнате. Я понимаю, для кого-то релакс после смены, допустим, это важная хуйня, как бы. И ты должен там успокоить свои нервы там, и так далее. Вот такой вот штуку успокаивать, что... Я не знаю, это просто игрой как бы нормально не назвать. Потому что, ну, ты тут просто ползаешь вот как-то через жопу и собираешь суши. Я сегодня вот еще играл в симулятор хлеба, но там даже перемещаться нормально нельзя. Тут хоть как-то это говно двигается. Она даже подпрыгивает, тут я смотрю. Кинопредиры. Ну, может, осьминоги сейчас в тренде. О, тут вентилятор меня сдувает. А чтобы я туда не шел. Вот тут даже в полете можно крутиться. Это пиздец просто, вот. Не, хорошо то, что эта шняга бесплатная, но не дай боже, вот за это вот говно просто денег даже отдать. Ну, пиздец, это же пиздец. О, я кляксы, кстати, могу оставлять. Ништяк. А, как-то подпрыгнуть можно, что? Почему я еду, блядь, по конвейеру? Но... Может, переключить его надо как-то? Слушай, да, есть вот переключатель. А как его дернуть? О! Теперь в другую сторону поехали. Охуенная игра. Yeah! Ты типа покинул офис. Да, да, блять, я покинул офис. Ну, неспроста я считаю, то, что тут такая релаксирующая музычка, чтобы, короче говоря, ты не расхуярил геймпад об стену минут через 20 от этого говна, как бы. Ну давай суши соберем. Что, не попасть? Ай-яй-яй. Ебать его мотыляет. Кинопредиры. Кто придумал эту игру и явно далекий тип? Ну, он, наверное, сказочный долбоеб, я так считаю. О, кстати, там сейчас меня замиксует. Не, надо валить оттуда. О, я подох. Я оказался где-то тут. В чем прикол? Просто собирать суши ходить. С точки А в точку Б. Вот тут вентилятор. Я понял. Меня типа разметает по нему. Ну, окей. Два раза я только могу за прыжок подпрыгнуть. Так, ладно, я понял. Кинопредиры. Не только сказочный,
а реальный. Ну да, это тоже не исключаю, конечно, эту фишку. Бля, кстати, ко мне все прилипло. Но я по-прежнему могу как-то перемещаться по стенам. Я могу все это дело забросить? Нет, все ко мне налипло. Стой. Я что-то кидаться могу предметами или что? Что это такое? Это ключи, откуда они тут взялись вообще? Нахуй. Опа. Если я еще дырок в полу понадел. В потолке. Как это говно работает? Пиздец. Ну и чего? Ну вот я... А, по стеклу я могу пол. Спасибо, блядь, капитан. А, очевидно. Ты на придира. Господи, мне кажется, я схожу с ума от этой игры. Ну, это пиздец. Это трэш-контент. Вот тут какие-то топорики рубят. Я думаю, у людей с вестибуляркой, если проблемы, то лучше вообще ее не запускать, либо эпилепсиком, знаешь, такая хуйня. Потому что можно... О, суши делают. Можно, короче, реально, блядь, словить какую-нибудь шляпу. Ну, знаешь, там в некоторых играх помечают же, типа, то, что... Если у вас приступы эпилепсии, то рекомендую, типа, не запускать этот проект. Ну, такая хуйня. О. Тут... Ползаешь осьминогом, тут к тебе все липнет. Ну, я так понял, что я на заводе суши. Если я прокачусь по кругу, то вот в том моменте меня могут... О, ебаной. Я тут все взорвал вообще к хуям собачьим. Твою мать, это жопа. Это фиаско, братан. Что могло взорваться на столе? Кстати, я по нему тоже могу даже в плоскости, блядь, потолок. Ну, у сварщиков называется это потолок. Кинопридира. Ладно, пойду пущу в унитаз у рыбороса, а то осьминожка вызывает болезнь Паркинсона. Хорошо. Пиздец. Ну, давай. Покрутимся где-нибудь тут еще. Так, ну, блин, нет, я не отсюда, кстати, приехал. Все это ко мне липнет дико. В каких-то местах я могу по стенкам ползать, а в каких-то, походу, нет. Так, поехали на этот. По лестнице поднимемся, может. Там что-то интересное. Кстати, там она на сушенка, да, по-моему? Я думаю, надо от всякой дичи избавиться. Это во мне поналипло. Не, ну слушай, я, по-моему, начал понимать, как эта херня работает. То есть, ты можешь швыряться предметами, которые прилипли к твоим щупальцам. И в какие-то моменты они могут, типа, взорваться. Если ты куда-то что-то запульнешь. Вот я опять, вот я нацепил на себя гаечный ключ. Тут, возможно, полная разрушаемость мира. Ну, давай проверим. Нет, не полная, тут разрушаемость мира. Это что-то можно запустить. Кстати, давай-ка вон туда, в жернова запустим ключиком. Чпок. Хуйня, перемолит. Короче, физика тут на уровне. На уровне ничего. На уровне хуеты. Все работает через жопу. Туда бы как попасть. Так, у нас выключатель вон там аж получается с другой стороны. Ну давай попробуем. Но мне не запрыгнет высоко. Да, он до определенного момента почему-то долетает, а потом пиздец. Давай баллоном куда-нибудь запустим.
Хотел спросить, почему я, приходя с цеха с работы, я падаю 4 часа дня подряд обмякший и разбитый на диван, хотя не всегда там пашу. А, знаешь, такая херня бывает. Даже бывает, от нихуя не делаешь и устаешь от этого. Есть у нас там цех один такой. Когда нас туда отправляют, меня, допустим, туда отправляют работать, там просто, ну, там нечем заняться. Ты реально там ничего не делаешь. Только сидишь на диванчике. Ну, иногда там пойдешь температуру, посмотришь подшипников, СД-шки и все. Вот, и просто ты заебываешься сидеть. Кинопридира. От жаркого цеха в ботинках. Еще этот цех к тому же на отшибе. Кстати, вон так вот можно туда попасть. Цех на отшибе, в лесу, короче. Ты там один тусуешься по 12 часов. И заняться тебе там нехуй. И от этого тоже устаешь. Надо как-то вот туда попасть. Чпок, чпок. Пум-пум. А, какая-то все хуйня, господи Иисусе. Так, надо попробовать наверх еще раз долбануть. Какой-то там выключатель, чтобы попасть во вторую часть зала. Коробочка ко мне налипла. Ебаный по голове. Ну-ка, если я мячиком... О, давай тортом. Запустим вот в эти бочки. Это газ у нас тут. Нет. Причем. Давай еще раз. Нет, похуй. От торта газ не взрывается, причем торт от тарелки тоже отпипиться не хочет. Так и живем. Тут еще что-то в воздухе повисло. Надо туда. Надо вот как-то по стеклу забраться. Нет. Тихо, коробочки. Блять, как-то еще странно иногда летает. Тихо. Вот тут, да. Тут. Туда бы как-нибудь попасть. А тут стекло надо. Кинопридира. Я сегодня на стуле сидел, сверлил, закинул 60 заготовок 300 мм тяжеленький руками, сидел, сверлил и готовые руками скидывал в корзину. Так, у вас есть какой-то норматив в день, там типа сколько заготовок надо захуярить? Кинопридира. Норм зарплаты понравилось. Ну ты говорил о том, что у вас мелкая зарплата. Я могу сказать, хуёво. Я бы на том месте думал, как поменять работу, найти что-нибудь более подходящее. Living Room Conveyor Belt. Понятия не имею, что они пытаются мне довести, но я вот вижу кусок суши, надо туда. Интересно, суши с крабом? То есть фактически, если они с крабом, то он собирает сам себя. Пускал. Со спиногом, точнее. А тут еще какая-то вон. Есть лесенка. А как туда добраться? О, я вообще застрял. Вот это, блядь, и хуета. Тихо. Главное не упасть. Сюда потом довольно-таки сложно забраться. О, я, кстати, конвейер изменил. Направление. Полетели, ёпта. Тут, кстати, да. Тут флажками помечается, куда мне надо добираться. Кинопридира. Есть норматив. Точка за 23 700 рублей. Я даже не знаю, что люди покупают. Ну, как вообще в целом живут и так далее, да. Мне тоже непонятно. Ай, блядь, куда меня тащат по конвейерам? Что за хуй-то? Я вот хотел бы туда, но уже нет. Я застрял. Придется свыкнуться с мыслью лететь. Чего, блядь? О, я в мусорке.
Такой осьминог маньяк с ножом летает. Так, и все, да? Мне туда вообще не попасть, тут стекло. По каким-то поверхностям он лазит, а по каким-то нет. Так, подожди, а как отсюда вообще выбраться тогда? А, вон там. Нет, тут и не вход даже. Тут... Что делать тут? Оу, биг бадабум. Ну, пиздец. Кинопредира. По 4 разряда получили люди от 34 тысяч до 37 тысяч рублей ударники. Ну, у вас все зарплаты мелкие, я так понимаю. Потому что, ну, не удивительно, что они по 5 разряду так получают. Смотря какая профессия, короче. Профессия, смотря какая организация, ну и вообще, в принципе, какая в городе, в населенном пункте политика цен. Я думаю, так. Ну, цены от средней полосы, от севера цены отличаются. Короче, хрен его знает, как отсюда выбраться. Это какая-то дичь. И заду такие игры. До свидания. Так, давай посмотрим такое дело. Это Eternal Evil, тоже пролог. Это у нас получается чувак, если я не ошибаюсь, вжало делал подобие Resident Evil. Не знаю, сколько времени у него дело заняло. Давай, русский. Ковыряем картинку. Это альфа-демо, разработанное одним человеком. По 5 разряду больше, но туда попасть редкость, дослужиться точка, они скрывают свою зарплату. Ну это понятное дело. Так, оконный режим, полный экран. Применяем. Так, изображение вроде все норм. Звук пропал. Так, давай, новая игра. Стандарт, Survival, испытание. Ну, давай на стандарте. Эту игру там что-то чувак вжало делал какое-то определенное энное количество времени. Я думаю, что стал соучастником самой страшной катастрофы на Земле. Долгое время я работал на психопата по имени Горбор Кросс. Владельца местного отеля. Месяц назад, чтобы защитить себя, я украл редкий артефакт у Кросса. Я попросил друга Брайана, владельца бара на Cherry Street, спрятать его в надежном месте, даже от меня. It was a mistake. Это была ошибка. Если бы я знал, к чему это приведет. Я должен найти его как можно скорее. Брайан. Брайан. Я надеюсь, ты все еще жив. Пролог. Ну, короче, демо-версия Eternal Evil. Давай посмотрим. Что это такое? Не зарубайте фонарики. Это кнопка F. Лазер. Побед. По-моему, это шутер. Ну, насколько я видел. Да, это шутер, но первого лица. Лаза это у нас, короче, в виде прицела. Но так, по-моему, поудобнее будет все-таки целиться. Сколько надо патронов в нее всадить. И у меня какая-то жижа белая вытекает. 5 штук. 5 патронов на одного зомбаря, но это с учетом того, то, что ты хуево целишь. Ебать, ее трясет. Но это просто, скорее всего, из-за кривой механики. Отдельный сел, кстати. Было бы удобнее с перекрестием, конечно, находиться. Так.
Двигайся. До свидания. Нет, чуть-чуть. Ну, такое в резиденте, хотя бы это говно добивать не надо. Не в резиденте, а в сайт-хит. Слушай, прям да, надо им в голову желательно попадать. Меньше патронов уходит. Они тут больше со стаканительными ушами, они больше на вампира. Так, да, это вампир какой-то. Почему они двигаются там как зомби? Так, у меня получили поток, он мне вырвал сердце. You're dead. Окей, давай заново. Что-то как-то это все не очень работает. Полный экранный режим. Но повисло что? Эй. Да. Повисло походу. Ничего не работает. Странно. Даже диспетчер задач не отвечает. Хреново. Так, попробуем закрыть. Жесть. Я не работаю. Очень интересно. Я не закрыть, ничего не сделать вообще. Нет. Это говно, короче, не работает. Придется комп перезагружать. Что хотелось бы сказать про это все действие. Короче, не тратьте деньги на подобные игры, потому что они вот работают так. Они вешают, блядь, твою систему. Они работают через жопу, дай бог, то, что они хотя бы вообще включаются. В них хоть как-то можно поиграть, но это настолько нерабочее говно, то что... Оно просто, блядь, работает через какую-то пизду, короче. Не знаю, как это просто еще использовать. Короче, полная хуета. Не тратьте время, силы, деньги, короче, не засоряйте комп подобной херней, потому что вот сейчас придется просто заканчивать стрим и перезагружать комп, потому что, ну, ничего не сделать. Я даже диспетчер задач не могу открыть. Короче, полная поебень. Берегите себя своих близких от этого говна. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.